Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то, как всегда, отличное настроение, сегодня мы с подписчиками играем Гаррис Мод. Всем привет! Карта у нас Спанч Боб, я буду аниматроником, если пьете, кушайте, приятного аппетита. Пацаны, надеюсь, вы готовы нагибать меня, кстати, все взяли скины такие, особенно вот этот скин, я тысячи лет не видел. И дробаш, махает, аж ветер идет. Ну что, ребята, мы будем начинать, давайте я немножко улечу за карту. Кстати, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Так, давайте будем брать. Я буду, короче, всех брать. Даже тех, кто валят на расстоянии и одновременно всех. Потому что пацаны, мы договорились так, будут брать очень классные оружки. Так, для начала, для разогрева мы не будем прям жестко их нагибать, но уже очень сильно хочется. Ну что, пацаны, охота открыта. Я готов. Полдня выбирал аниматроника, но нашел. Это телепорты, которые меня могут выкидывать в разные места. Ну что, давайте, разогревка пошла у нас. Кто против меня? Ты? Потом мы возьмем марионетку и будем уже реально охоту открывать на пацанов. Сначала повеселимся. Так, бегает, бегает, видите? Будем наблюдать за ними. Так, так, так. Опс, опс, опс. Оп, не увидел. Я могу тпхаться? О, так я ж могу тпхаться. Пацаны, я за картой. Это законно? Так. Сейчас начнем, ребята, по одному выслеживать. Знаете, как в фильмах? Поодиночке выслеживаешь и мочишь их. А, этот на расстоянии не бьет, надо прям подбежать. Пацаны, кстати, у меня уже 700 жизней потихонечку, но сняли. Чуть меньше. Так. А ты какого аниматроника взял? Я взял Энда 02. Я тебя слышу. Вы же понимаете, ко мне нельзя подбегать. Наоборот, надо на расстоянии держаться. Так. А, жопка горит. Кстати, это оружие что-то сильно дамажит. Не открывай огонь, просто так. Так, я уже вижу, сзади меня куча пуль летит. 1000 патронов в секунду. Так, давайте уже добивайте. 8000 осталось. Ого. Давайте. Ого. Ищу, тыщу, тыщу. Так, где же он? С дробашом, смотрите, бегает. Так, нету, 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 нету. А где же он? А, увидел, жопа. Блин, прям больно залепил. Я тебя убью, жопса. Кто-то молодец. Просто рассудил всех четко. Хорошо, давайте теперь будем по тактике фэншуй. Возьмем мы, знаете кого, ребята? Ладно, давайте тех позже возьмем. Давайте сначала возьмем марионетку. Давно ее и не брал. Oh my. Ребята, по всей карте я и в подвале могу бегать случайно. Тем более вас много. Вы меня найдете. Так, так, так. Давайте видимым будем. Пусть начинает атаку. А там уже будем ныкаться. Я могу доски ломать? Нет, это не может. Хорошо, давайте на поверхность тпхнусь. Понял. А, уже огонь открыли. Не-не-не-не-не. Я убегаю. Опа, оно бегает. На-на-на-на-на. Ай-яй-яй, попал. Зачем меня-то? На меня-то зачем? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай, больно. Еще тысячу. Смотрите, какие у них пулеметы мощнецкие. Нифига себе, там огонь открыл кто-то. Простреливай, простреливай, найдешь кого-то. И своего тоже. Нифига себе он там строчит. Давайте посмотрим со стороны. Ого. Псих, что ли? Я-я. Блин. А потому что у тебя был очень мощный пулемет. Так, наблюдаем за этим. Бегает, бегает. Так. Хо-хо-хо. Serious M2 рулит, я понял. Ищет, ищет. Да как вы меня не видите? А я гуляю по проспекту просто так. Никто меня не видит. Да как? Вы что, гоните? Зачем я вообще прячусь, если можно просто по полю гулять? А я здесь буду гулять. И что, и как? Да. Ого, жахнуло. Ну да, так можно наугад просто лупашить, тогда найдете. Не, я тебя видел. Да? Ах ты жопа. Ладно, ладно, увидел, увидел.
Ты ж своих-то не мочи, зачем ты это делаешь? Потому что я тебя тут видел. Так, я могу тебя сдалека мочить, я могу выслеживать теперь тебя. Нет. Мочим оно. Да, блин. На расстоянии, кстати, сделал, обрати внимание. Скоро будет, знаете, какой будет у меня аниматроник? Танк. Которого надо будет, я не буду рисовать невидимого, я буду медленный, но у меня будет очень много жизни. Это будет босс, короче. Аниматроник-босс. А, жопка горит. Мочи его, мочи. Этого мочи. В смысле, ты где? Я вот здесь. А я бегаю среди толпы и мочу пацанов. Ну что вы мочите себе? Я знал, что так будет. А где тут пулемет мощный? О, вот он, вот он, вот он. Я его прочувствовал, у меня жизни осталось. Ау. Я буду тебя выслеживать. А вот теперь ты меня не найдешь никогда. Так. А, я ж видимый, тюк, как будто я прячусь, как будто невидимый, красавчик. Ого! Ты чё делаешь? Разбийник! Умри! А! Чё не могу попасть? Ну иди сюда. Вонючий жлоб. Вот это поярче будет. О, электричество, кстати, отталкивает. 1000 жизней, 1400. Давай, я в вас верю, пацаны. Все, я беру свои шикарные сопли. Давай. Так, 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 смотрим, что он там делает. Че ты воняешь там на углу? М? А. А я стою, думаю, что он там делает? И кидает, и веселится без меня, а я... Ой, РПГ, попади. Попал. Слушай, Димас, возьми трупа. Ай! А вот теперь, ребята, идет к вам танк. Ты мой еще труп заморозил, давай. Такс. А кто у нас тут танк? Я знаю одного танка. Очень много. Но хотя, если мы его завалим за одну серию, то это будет просто результат идеи. Кстати, я не могу вставать невидимым и не могу использовать shift. У меня просто очень много жизни. И могу мочить только, когда вы впритык подходите. Я выдвигаюсь, иду к вам. Вы готовьтесь. Хорошо, хорошо, мы ждем. Я к вам добегу. Все, ребята, идет танк. Кто против меня? Давайте, покажите, на что вы способны. Меня не остановить. Смотрите, как терминатор просто пру. И электричество, огонь. И, пацаны, еще льда не хватает. И воды. Это эпик. Лед, кислота и огонь. А я иду все равно, меня это не берет. Пацаны, вы никто. Иду первого мочить. Так, только не меня. Иду, иду. Ау. Так, кто еще у нас тут? Смотрите, как мне кислотой жжет жестко. Ого, с меня кровавый понос просто идет. Нифига себе, я просто иду, я пру. Пацаны, никак вообще, да, меня не взять? Ого, со всех сторон теперь. Ты чё с РПГ тут стреляешь? Кто еще? Ладно, на спауне не буду мочить. Ого, меня откинуло. Нифига себе. Меня еще никто не убил. Ого. Бум. А, вот эта ядерка всегда выносит такие даже жизни? Ебать. Я реально думал, у меня хотя бы половина останется. Ты читер. Атомный. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.